Друзья, всех приветствуем. Сегодня на обед мы приготовим суп с фрикадельками. Для этого я взяла 400 грамм свино-говяжьего фарша. Фаршик мы подсолим, поперчим. Сюда же добавим одну измельченную луковину, зелень, у меня укропчик, и я взяла 3 зубчика чеснока, но это уже по вкусу, кто как любит. Тоже выдавливаем все сюда. Все хорошо перемешиваем, все хорошо перемешали, и сюда мы добавляем еще одно яйцо. Также все хорошо вымешиваем. Будем формировать фрикадельки, ну по размеру это уже кому как, кто побольше, кто поменьше. Водичка для супа у нас закипела. Подсолим и опустим картошку. Пока у нас варится картофель, мы сделаем поджарочку. Лук и позже морковь. Картошечка у нас варится. Добавляем лавровый лист. Слепила вот такие вот фрикадельки. Такого размера они у меня получились. Опускаем их в суп. Супчик у нас кипит. Отправляем пережарку. Лук и морковь. И пусть все вместе еще покипит минут 15 на слабом огне. Супчик наш покипел. Добавляем зелень, лук, укропчик. Все, суп готов. Накрываем крышечкой. Включаем огонь. 3 минуты и можно кушать. Всем приятного аппетита, всем спасибо за просмотр.